приглашаем наших уважаемых участников в ринг. Вот они, красавцы. Итак, сейчас из представленных собак сейчас 5 претендентов на получение призовых мест выбирает наш судья. Есть первый претендент. Второй претендент известен. Третий претендент. Четвертый и еще один, пятый претендент. Спасибо огромное всем участникам. Я напомню то, что выход с ринга располагается в центре ринга, вот здесь. Уважаемые коллеги, помогите нам, пожалуйста, выход вот здесь. У нас располагается, мы еще раз проходим по кругу и направляемся к выходу. Ну что ж, а Дмитрий Трофимов продолжает свою высокопрофессиональную непредвзятую работу, пытаясь определить из пятерки трех победителей. Итак, у нас есть решение нашего судьи, и мы с превеликим удовольствием его озвучим не только для участников, но и для всех присутствующих гостей и поклонников. Итак, почетное третье призовое место занимает Бивер! Почетное второе призовое место. Американский голый терьер. Ну что ж, и вот она, главная интрига в конкурсе лучшей собаки выставки непризнанных пород FCI. Победителем становится Фантом! Ну что ж, спасибо, спасибо огромное всем участникам.